Разрешение на временное проживание, гражданство Российской Федерации или другие документы иностранные граждане теперь могут получить на официальном сайте подмосковного филиала Федерального государственного унитарного предприятия «Паспортно-визовый сервис». Изменения у нас произошли с 14.09.2020 года. Начал осуществлять свою работу филиал по Московской области в ГУ ПВС МВД России, который осуществлял подготовку необходимых документов для получения иностранными гражданами и лицам без гражданства разрешения на временное проживание, вид на жительство, получение статуса носителя русского языка и приобретение гражданства Российской Федерации. Запись у них на прием ведется по телефону, либо гражданин сам может через электронную почту. Сайт создан для разгрузки живых очередей, что необходимо в нынешней эпидемиологической ситуации, а также для более оперативного решения вопросов миграции. Также граждане по-прежнему могут обратиться через портал госуслуги. Граждане все так же обращаются к нам как в живой очереди, так и по электронной очереди через портал государственных услуг. Записывается на подачу вида документов на вид на жительство, разрешение на временное проживание, продление вида на жительство, постановка на миграционный учет иностранного гражданина. Сотрудники паспортно-визового сервиса призывают активнее пользоваться возможностями портала, записываться по телефону и электронной почте. Экономьте свое время. Екатерина Крамер, Виктория Максюта, телекомпания «Одинцова».